День добрый, на связи Амкабаски. Сегодня мы закончим с вами проходить Medal of Honor Underground. Это последняя, 27-я часть, где мы с вами пройдем последний, 27-й уровень. И закончим последнюю миссию, бонусную. Будет, наверное, что-то потное, предполагая, последующий уровень, уровень накала нарастающий. По-моему, там не так уж сложно будет, как было в предыдущих уровнях. Так что давайте это сделаем, игра будет пройдена. Долго мы к этому шли. 28 июня 1944 года. Я повстанец. Не вини меня. Кто же это мог ожидать? Это действительно кошмар, но могло бы быть хуже и хуже. Гораздо хуже. Охрана замка очень активна, и это не из-за нашего четвероногого друга. Похоже, что ученый сумел автоматизировать танки. И они не выпустят тебя. Их нельзя разрушить, но у меня есть идея. Ты уже немного потренировался? Это наша последняя надежда. Возьми эти части и сопоставь их. Возможно, что ты найдешь друга, который тебе поможет. Если вы сработаетесь, то можете продолжать сражаться за замок. Удачи. Так, что нам нужно сделать? Собрать повстанца. Блин, ну у локализаторов в этой игре все повстанец. Позоркнакер для них повстанец. Базука для них повстанец. Даже повстанцы, для них это повстанцы, как ни странно. Ты подойти к столу и нажать действо. Ой. Повстанцы собраны. Даже не повстанцы, а повстанцы. О, кухонные плиты, 4 штуки. Выглядит очень современно. Раньше были такие. Анахронизм или пасхалка от разрабов. А может и были, правда. Ладно, собрался, чувак. Это панцеркнакер. Панцеркнакер можно перевести как разрушитель танков, разрушитель брони, разрушитель бронированных. Вау-вау-вау. Вау-вау, чувак, что ты урон собираешь? Чё-то как днище он. Печально. Ну, по-моему, его нельзя сюда живым увезти. По крайней мере, игра для этого все сделает возможно. Вас живым уйти можно, даже не пробуждая его, если так сказать, замочить можно живым. А просто там какой рейтинг. Его вывод, не вывод ни на что не влияет. От слова совсем. Ну, хотелось бы, конечно, живым увести. Но его, по-моему, нереально вести живым. Ну, и так, просто к сведению. Его убивают, скажем. Потому что он очень часто тупит, убегает, принимает урон, по ним не стреляет. Короче, утирует. Идеально. Блин, я это все помню, когда это было. Ай. Ну, хп я брать не буду. Нет нужды. Вот теперь буду. Так, за самый дальний. Угу. Сколько их убили? 13. Их тут 37, по-моему, 39. Ну, неплохо, неплохо. Сейчас будет самый сложный момент в этом сегменте. Вот этот перевод. Спаун, давайте. А чё? А, всё, всё, всё. Не принимай. Они его убьют. Ну чё он такой убьет? А зачем он бежит? Ну все, ханачик. Молодец. Молодец. Проект Панзеркнакер нам не нужен. Он не совершенно. Он тупой дебил. Он не смог элементарных вещей сделать. Чё ты много не дал? Так, за аптеками. Угу. Ну, дальше мы и без него справимся. Тут не так уж сложно. Силы. Вернемся за аптекой.
Самое начало почти. Эти брать не будем. Может, еще пригодится. Тут есть такая аптека посерьезнее. Я ее просто не стал брать вот здесь вот. Хопа. Целый склад. А, ну все равно аптеку брать придется. Ладно, возьмем. Короче, у нас стратегических запасов почти не остается. Медикаментозных. Я забираю. С другой стороны, самые сложные места пройдены. 20. Меньше половины. И тут еще есть запас. Изи. Чисто. Так, там сейчас наверху нас встречать должны, по идее. Вот как они это делают? Экстрасенсоры. Пипец. Там вдалеке еще один фраер. Видите, да? Без базуки надо было бы секир башка. Так, тут аптека, запомните. Значит, нам не нужна. Там вроде внизу оставалась мелкая, но это не точно. Сейчас чекну. Нам хп нужно. На самом деле у нас сейчас две незаюзанных аптечки аж целых. Таких обычных. Но... как я сказал, лучше перестраховаться, чем не достраховаться. Там еще нам с танком танцевать придется. По-моему, танк убивать не обязательно, но я его взорву. По-моему, я их все собрал. Да, все. Ну все, теперь я знаю, что они все собраны. Так, ай. Ну, будем считать, что мы хотя бы смахнули чертежи, прототипы. Позеркнакер. Угу. Сколько там? 28. 11 человек. Ха-ха. Человек по зеркнакеру. Тэп. Нам сюда. На самом деле, он пролезет через это, если дойдет до седа. Это я помню, мне доходил. Там противник должен быть, я точно помню. Там он оказался, но оказались еще. Ты что, не умер? Махать. Это тот был. Я за аптекой. Не терять. Чё такие жесткие, ну это честно. Слишком уж они агрессивные. Ладно, у меня сейчас есть одна аптечка в запасе тогда. То не факт. Да. Ну, хп мало. К сожалению, да. Ну и все так плохо. Ну, проблемно, я бы сказал, вот так. Сколько там еще их? 8 штук. Там есть, я помню. Второй еще есть. Так, еще семеро где-то. Шестеро, я не помню точно. Так, отлично, перебили их. Тут еще аптека есть. Не думаю, что она... нет, понадобится-то понадобится, я думаю, в любом случае. Надеюсь, что не понадобится. Куда пули летят? Так хорошо.
И жесткий продуманный тут. Пятеро, четверо, где-то так. Ай, ты молодец. Что-то меня присутствует. Где-то еще один или все? А, все, вроде как. Так, я за аптекой. Самая дальняя там. Плюс тут еще одна есть про запас. Постараюсь разобраться. Там танк будет на улице вроде как ездить. Кстати, улочка будет та же самая, как мы входили в замок, помните? Там ничего кроме него не будет. Ну, вроде как. Могу путать. Запросто. Аптека. Угу. Так. Ну все, идем тусоваться с танком. Тут нам понадобится только... Так, подождите, я еще не уверен, что там только танк остался. Да, танк я слышу. А кроме... Нет, 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 еще двое. Нихуя на себе. Чувак меня деморализовал. Они еще могут стрелять сквозь стену. Позови кто-нибудь, позовите Понтия Пилата. Что, бросил гранатку? Так, а вот с танком тут, по-моему, можно бежать. А можно сражаться. Все, взорван. Фух. Изи, 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 изи. А, это окно уже кто-то починил, мы же разбивали его. Вы знаете это место, да? Из позапрошлой миссии, когда с собачками бегали тут. Да-да-да. Ничего не будет. Ничего не будет. Знакомый спуск, но тут тоже ничего не будет, на удивление. Могли бы хотя бы аптеку положить на случай, если бы было бы уж совсем все плохо. Ну ладно. Мы все сделали, теперь можем валить спокойно. Победа, победа. Вы вышли. Да ладно. По пути к победе. Я повстанец. Общий рейтинг. Отлично. 3 звезды из 3. Цель достигнута 2 из 2. Выстрел 528. Попадание 185. Оружие бард. Меткость 35%. Вас попали 39. Объект уничтожено 3. Врагов убито 39. Точки попаданий. Голова 9, левая рука 38, правая 30, тело 65, левая нога 8, правая 9, шары 26, ручная фрита. Чтобы это хоть и не значило. Сохранить. Ну все, поздравляем, у нас все уровни теперь пройдены на максимальной сложности, на 3 звезды, и это очень здорово. Теперь, а то плеваться медальками, заценить все, посмотреть там мультиплеер и прочее, но это отдельные видео будут. Сейчас кое-что посмотрим, зачитаем надгробное слово и будем заканчивать. Так, ну и что нам дали? Так, медальки. Медальки, медальки, медальки. Так, ух, нифига, сколько тут нам понадавали всего. А-а-а, солдатика этого дали. Его как-то панцеркнакер. Ну, единственное, что... Да, прикольно, что тут стоит справа. Единственное, что, знаете, мне не понравилось, это то, что мы не спасли панцеркнакера. Ну, на самом деле, давайте просто я небольшую аналитику пройду, просто кто-то может подумать, что, может быть, где-то мы накосячили, может быть, его можно было спасти и прочее.
Скриптово каких-то ограничений, чтобы вот подзакнакер обязательно по условию миссии умер, не существует. То есть технически вы можете его провести до конца, и он останется живым. Но вроде как это ничего не дает. То есть там ничего особого там секретного не откроется, это никак не засчитается. То есть для финального скрипта неважно, пришел он живым, не пришел. Главное, что вот вы пришли, у вас сколько там ХП, сколько убито, и все, сколько целей выполнено. И насчет самого него, он очень тупой и у него. То есть, вы видели, как он бежит, они по нему хреначат, он просто принимает дамаг, ничего не делает. А противники так себя не ведут, те позаркнакеры более, так сказать, совершенно. Ну, кстати говоря, еще одно объяснение, что вот мы... Конечно, с ней отлично обидно, что... Почему я сейчас вот это все рассказываю? Просто, чтобы этого позаркнакера заиметь, помните, первое, когда мы руки-ноги искали, это мы бегали с собаками, с жесткими собаками, которыми мы все-таки разобрались. Потом мы бегали с зомбарями, чтобы его тело, там, голову найти. А потом просто так взять его и потерять. Ну, как-то, согласитесь, обидно. Кстати, какие-то глаза у него тут злые, у панзакнакера, обратите внимание, как-то смотришь на него, как-то жутковато становится. Ну да, есть что-то такое. И в итоге я бы сказал, что... Ну, давайте исходить из той мысли. Мы нашли журнал, записи, наверное, там тех заметки проще есть, плюс главный герой помнит, как что более или менее устроен, все-таки он с ним взаимодействовал, с ними взаимодействовал. Плюс, наверное, какие-то там детальки, может быть, что-то уцелело, что-то оставили, мы себе смахнули. То есть будем надеяться, что технологию панзеркнакера мы все-таки добыли и передали. Не обязательно прям живой прототип для этого нужен. Журнал, как минимум, надеюсь, с разработками достаточно. Если там все записано, просто воспроизвести это на практике, это не так сложно. Это как чертежи, по ним создать там какое-то там оружие или еще что-то. Как раз шпионы-то и воруют чертежи в первую очередь, а не сами образцы. Надо и сами образцы, конечно, но в первую очередь чертежи и прочее, потому что по ним можно все это воссоздать запросто, без проблем каких-то. Так что в итоге мы с вами получили панзеркнакера, прошли бонусный уровень, и теперь у нас игра полностью завершена. Вот если мы сейчас зайдем в загрузку и посмотрим. Сейчас. Процент выполненности. Тут у нас будет стоять... 100%. Все, игра пройдена, все миссии, все 27 уровней пройдены на 3 звезды, на максимальной сложности. Сейчас вам это покажу, как финально. А, тут... Нет, тут пишут. Ага, выпущен. Видите, да, везде 3 звездочки. Все, что мы могли сделать, мы сделаем. Нигде ни двух, ни уж тем более одной звезды нет. Ну, молодцы, это было сложно, игра... Это было интересно, главное, игра все-таки культовая, я, поверьте, получил массу удовольствия, проходя ее снова, потому что в свое время я ее давным-давно на Соньке первую проходил, но это было вот приблизительно все те года, когда она и вышла, поэтому всегда приятно перепроходить что-то культовое. Есть произведение искусства, игры достойные, это тоже произведение искусства, ни один мыслящий человек этого отрицать не будет, вопрос только в том, как их трактовать, игры тоже, кстати, разные бывают. Вот мы говорим про культовые игры. Это то же самое, как вот вы посмотрели какой-то культовый фильм, прочитали культовую книгу, вы со временем их перечитываете, пересматриваете, получаете удовольствие от процесса. Также я вот сейчас насладился и надеюсь, что вы вместе со мной, смотря это прохождение, кто-то, может быть, поностальгировал, кто-то, может быть, узнал об этой игре. Правда. И все мы с вами неплохо так немного, ну а может быть даже и много повеселились. Все, игра пройдена, к сожалению, на канале к ней возвращаться не будем, ибо все пройдено, может быть, лет через 10-15, но вряд ли, кто знает. Я могу сказать одно, что есть еще вещи, которые я вам должен показать. Первое отдельное видео про специальный контент, который есть в этой игре. Мы его с вами посмотрим, там зарисовочки, ролики и прочее, все, что только можно открыть. Второе, мы с вами посмотрим все вот эти медали, отсылки, которые там были. Я сделаю поэтому одно видео. Ну, может быть, еще одно видео пока дам там по мультиплееру. Посмотрим, если это будет интересно. На деле, я бы даже хотел мультиплеер с кем-нибудь бы побегать. Если у вас есть такое желание, есть эта игра, есть мультиплеер, эмулятор, то есть EPSXE, и все это умеете настраивать, хотите, то, пожалуйста, вместе с вами можем на видео, даже на стриме это все организовать. Да, игра хорошая. А теперь все Medal of Honor у нас, которые были выпущены на Соньку первую, а это классическая Medal of Honor и Medal of Honor Underground, вот это вот, пройдены на максимальные параметры, совсем что только можно достичь. Следующий Medal of Honor, который у нас не пройден, это уже на компьютере. И мы, поверьте, тоже до них обязательно доберемся, их у нас на канале пройдем. А если вы не видели классический Medal of Honor, самое время начать найти плейлист посмотреть. Если вы только это видео сейчас смотрите, вас это заинтересовало, можете пересмотреть этот плейлист заново, что-то, может быть, пропустили. Ну все, у нас есть Блам Кабаски, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, наше с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!